1 апреля свой день рождения отметил физкультурно-оздоровительный центр «Дельфин». Видновское отделение постарше. Оно встречает посетителей уже 23 года. А здание в поселке Развилка присоединилось к «Дельфину» 10 лет назад. При прежней жизни состояние комплекса ничего, кроме слез, не вызывало. Это было нечто очень страшное, которое, ну, было почти обанкрочено. И постепенно мы сделали так, что у нас самая лучшая материально-техническая база. Мы, это учреждение работает на все поселение. За свою историю центр «Дельфин» воспитал несколько обладателей золотых медалей в соревнованиях Московской области и России. Среди воспитанников есть и чемпионы мира по плаванию. Осталось лишь взрастить олимпийского призера, но это в будни. А в день рождения коллектив «Дельфина» представил свою новую постановку по сказке Леонида Филатова «Золушка. До и после». С одной стороны, это литературное произведение, и мы хотим как-то быть причастны не только к спорту, а к литературе. А с другой стороны, это «Золушка» и Филатова для взрослых, и много-много смеха и юмора. И хоть праздник для своих, и актеры непрофессиональные, но видно. Постановки сказки подошли с большой любовью. Поэтому зрителям спектакль понравился. Очень хороший. Мне нравится очень хорошо. А что больше всего нравится? «Золушка». Больше всего нравится, что все своими силами, так скажем, без привлечения профессиональных актеров. И, ну, как бы сами не всегда выбираемся ни в театр, никуда. Мы работаем здесь, да? А вот сюда придешь, вроде как вот посмотрели, куда-то сходили, культурно развлеклись, так скажем. А впереди те самые трудовые будни. Время для подготовки новых чемпионов. Быть может, и вправду олимпийских. Ведь через 2 года «Большой Дельфин», видновский филиал, отметит свой четвертьвековой юбилей. Александр Шишов, Евгений Петров, Елена Кошелева, «Видное ТВ».